Приветствую каждого зрителя на своем канале. Меня зовут Юлиана. 6 признаков того, что окно в вашем доме притягивает негатив и как это можно решить. В сегодняшнем видео вы все узнаете. При покупке квартиры, дома, люди часто обращают внимание на вид из окна. Возможно, что кто-то получил в наследство квартиру или дом. Вот для многих людей важно лицезреть идеальную картинку. Однако везет с видом из окна не всем, к сожалению. И бывает, что если вид вызывает негативные эмоции, то здесь уже автоматически притягиваются в дом неприятности. Как определить признаки того, что именно окно в вашем доме является виновником бед и какие способы есть бороться с этим? Признаки того, что окно притягивает неприятности. В первую очередь, у этого окна вы часто чувствуете недомогание. Вид из окна, предположим, на развалившееся здание, свалку, неминуемо вызовет слабость и недомогание. Люди начинают испытывать апатию, головную боль, легкую даже тошноту и отказ от полноценного питания. Второе – это упадок продуктивности. Отталкивающий пейзаж из окна является причиной упадка сил. Человек не хочет облагораживать дом. Предпочитает лежать на диване, бесцельно тратя свое время. А еще он не способен сконцентрироваться на работе. В этом месте, где находится окно, часто идут ссоры с родными. Споры в семье – это норма для ее развития. Но постоянная ругань – не признак здоровой энергетики в доме. Особенно в том, где окна выходят на неблагоприятные старые постройки, либо сгоревшие леса, помойку, заброшенные гаражи. Следующее – это напряжение и тревожность. Данное чувство характерно современному человеку на работе, но в стенах дома он должен успокаиваться. Если это не происходит, то нужно обратить внимание на район проживания и вид из своего окна. Переезд, конечно, решит проблему с чувством тревоги, подавленностью, беспричинным переживанием и напряжением. Эти чувства в новом доме с идеальным пейзажем уйдут сами собой. Снижение физической активности. Человек чувствует физическую слабость и не способен на то, чтобы доставлять робость себе и своим близким, заниматься спортом, строить какие-то планы на будущее, их осуществлять. Окно в этом случае играет роль психологического вампира, то есть забирает силу у человека. Следующий признак – это плохой сон. Обычно проблема развивается после переезда постепенно. То есть человек ищет причину ухудшения сна, стараясь менять образ жизни, принимает препараты, но не обращает внимания на окно. Негативный сгусток энергии не позволяет расслабиться и отдохнуть, набраться сил. Способы избавления от такой проблемы. На самом деле переезд – это самые крайние меры. И не всегда бывает возможность переехать в другое место жительства. Негативную энергетику от плохого вида из окна можно нейтрализовать собственными усилиями, а для этого есть несколько вариантов. Первое – это организация на этом подоконнике небольшого сада из колючих растений. Алоэ, розы, кактусы очень сильные обереги. Они впитывают поступающую отрицательную энергию от внешних источников и не позволят распространяться в доме. Второе – это зеркало, размещенное напротив того окна, тоже очень сильный оберег. Оно будет отражать поступающую плохую энергию обратно на улицу, защищая ваш дом. Следующее – это покупка красивых жалюзи или штор. Если вид оставляет желать лучшего, то его нужно просто закрыть с помощью штор. Плотные, с подходящим дизайном, они решат также проблему. Ну и четвертый, последний вариант – на этом окне всегда рисуйте маленькую семерку. Данная цифра поможет вам быстро справиться с любыми неприятностями и не пускать негативную энергию в ваш дом. А когда будете рисовать свою цифру, то просто скажите такие слова. Негативу дорогу закрываю, счастье в доме запускаю. Один раз говорим. Достаточно нарисовать маленькую, можно в любом углу, чтобы было особо незаметно. Почаще рисуйте на этом окне. И вы очень быстро заметите, как в вашем доме будет уходить негативная энергия, и будет идти счастье, и будет идти гармония и процветание. И если в вашем окне идет неблагоприятный вид, это еще не повод расстраиваться, либо менять место жительства. Используйте простые методики, и вы заметите, что в вашем доме обязательно будет счастье.